68, автомобиль BMW 853, который прибыл к нам из Германии, город Берлин, Герхард Бах Зепа. Автомобиль BMW 853, кузове Е31, единственная и неповторимая. С ней немцы еще раз доказали, кто в этом мире может создать не просто машину, а совершенство. Автомобиль, в котором нет компромиссов, только самое лучшее и самое передовое. Его по праву называют одним из лучших автомобилей 20 века. В этом автомобиле смогли совместить несовместимое. Мощный мотор и хорошая разрисовка. Мягкая подвеска и отличная управляемость. Комфорт и скорость. Потрясающий дизайн и превосходная эргономика. Хотелось бы сказать, что в данном BMW установлен V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 300 лошадиных сил. Сейчас Герхард Бах Зепа выйдет из своего спортивного купе для того, чтобы получить почетный диплом участника международного авторетро-фестиваля «Золотая тень Кёнигсберга». Под ваши бурные овации! Ну что ж, BMW 850i, кузове Е31, неспешно покидает нашу площадку. Мощный 12-цилиндровый двигатель. Автоматический коробка передач. Наш следующий участок.